Наше дело не терпит обмана. Вы знаете, вот это можно сказать и про Лёшу. Понимаете, идти до конца, идти честно, идти своей дорогой, без лжи. Вот это, пожалуй, главное качество, которое я могу отметить в Алёше. Люди формальные, люди, которым близок формализм, этого не поймут. Не поймут. А формализма много. Понимаете? А, конечно, такой человек будет всегда раздражать. С одной стороны. С другой стороны, такой человек любим. Такой человек любим людьми, которые любят музыку. Музыка была частью его жизни. Я не думаю, что он что-то пытался доказать другим. Он жил, он хотел играть. Он просто хотел играть. Он не хотел контрактов, он не хотел денег. Он хотел просто продолжать играть и быть музыкантом, оставаться музыкантом. Для него это самое, самое главное.